без трудностей им обещаем мы стране все доставить. Ну, к лету точно. Скорее всего. Если ничего не случится. Новый состав группы «Опус». Александр Афиногенов, вице-президент по СТМ. Алексей Бочаров, начальник управления развития и запуска новых объектов. Юрий Лосев, директор по развитию формата «Гипермаркет». Юлия Ефимова, директор по рекламе. Наталья Ков, начальник управления категорийного мерчендайзинга. И Екатерина Мерецкая, директор по стратегии и управлению уровнем сервиса. Как и договаривались, поем вместе с этим замечательным коллективом. Мы этой группой спять.
Наступает Новый год. Позади все дела и рабочий цветной.